Он знает наизусть стихи Шекспира, Байрона, Гёте. Темами своих песен выбирает сюжеты из романов Булгакова и Достоевского. Валерий Кипелов утверждает, классика для него – источник вдохновения. Конечно, все сюжеты, в принципе, они навеяны теми или иными событиями. Вот, есть у нас такая песня «Я здесь», например. Вот. То есть здесь там такие строчки: мы шли навстречу, все ускоряя шаг, прошли насквозь, друг друга не узнав. В принципе, эти строчки адаптированы из монолога «Короля Лир». Сегодня их композиции тоже считают классикой, только рок-музыки. Написанные в 80-х, песни Кипелова по-прежнему актуальны. Сам музыкант говорит, что громких лозунгов не любит, хотя некоторые строки его песен стали крылатыми выражениями. Был такой период, где-то 87-88 год. Это, можно сказать, так начало, даже середина перестройки, такой перестроечного времени. То есть нам как-то хотелось от этого уйти. И мы думали, что это все-таки, наверное, какие-то песни на злобу дня. Мало что изменилось, и поэтому я удивляюсь, что эти песни, вот, когда мы исполняем их на концертах, на фестивалях, вот, не дали, как будто нашествиями пели. Вот, они до сих пор трогают людей, и ты понимаешь, что, наверное, все-таки в свое время эти строчки не случайно родились. Сейчас Кипелов готовится к выступлению в Чистоозерье. Группа приедет на юбилей компании «Велес», с руководством которой дружит 17 лет. На репетициях гости не редкость. Рок-музыка – это музыка вызова. Это музыка стержень. Это музыка, которая позволяет думать человеку. Кипелов – это, на мой взгляд, один из тех исполнителей. Это музыка такой группы, которая несет в себе смысл, идеологической направленности. Рано звонить в колокола, небо тревожить впустую. Не надо жаловаться на жизнь. Если ты можешь, встань и иди. Подарок, 18 сентября музыканты устроят в Чистоозерье полуторачасовой концерт. Прозвучат старые хиты. Из нового обещают военный репертуар. Алексей Дедов, Ирина Марфицына, Екатерина Щеголева. Вести Зауралье.